Ну и, наконец, главная тема сегодняшнего дня. В Украине отмечают День вышиванки. Это каждый третий четверг мая. Сегодня празднику исполняется 10 лет. Он прошел путь от флешмоба черновицких студентов до культурного события международного уровня. Уже в эту субботу в нашем городе состоится 8-й мега-марш в вышиванках. Организаторы обещают много сюрпризов. Например, на этот раз к мероприятию присоединятся гости из Бразилии. Также на мегамарше будет самая молодая участница прошлого похода – Есения. Тогда ей было 22 дня. А цього разу на 8 похід маленька Есенія буде тупотіти маленькими ніжками. Вже зможе йти. А я вже думаю про те, що може через років так 20 якраз вона буде одна з організаторів мегамаршу у вишиванках. Ну и маршрут мегамарша не изменился. Старт от пассажа через оперный театр и горсовет. Конец маршрута у Воронцовской колоннады. Я знаю, що завжди мої друзі, які на сході, вони завжди потім пишуть: «Наталко, дякую вам, ми бачили, ви красиві, ми щасливі, що ви у нас є». Мероприятие начнется в час дня. После мегамарша у колоннады пройдет благотворительная ярмарка.